взгляды. Харизматичный экс-президент Трамп и обворожительная Мэрилин Монро. Эти картины добавили еще больше колорита болгарскому селу Старожелезария. Стены местных домов расписывают уже 10 лет. Каждое лето уличную картинную галерею пополняют новыми образами. Авторы проекта – художники Венцеслав и Катажина Перянковы. Темы в нашей арт-деревне Старожелезария всегда актуальны. Мы вписываемся в рамки вечного и в то же время репортажного искусства, которое отражает события политической, общественной, социальной, спортивной и культурной жизни, как во всем мире, так и в Болгарии. На соседней стене нарисованы бывшие президенты США Рональд Рейган, Авраам Линкольн и Джон Кеннеди. На них, как и на Трампа, совершили покушение. Но вместо ран художники изобразили раздавленные помидоры. Таким своеобразным способом хотят показать, что насилие неприемлемо. Лучше его заменить юмором. Алена Делона в компании Жан-Поля Бельмондо и болгарского поэта Ивана Вазова нарисовали 3 года назад. Они втроем говорят о жизни и обо всем важном. Они произносят на французском «Селяви» – «Такова жизнь». Впрочем, художник не забывает и о местных жителях. Например, здесь нарисован местный криминалист со своей собакой. Он наблюдает, как Шерлок Холмс разглядывает матрешку. Рисунки получились замечательными, и с каждым годом они становятся все лучше. Наша деревня привлекает туристов. Целые группы специально приезжают к нам. О нас знают во всем мире. Для меня это волшебное место, потому что здесь все наполнено искусством, и оно часть деревни и связано с людьми. Есть связь с реальностью и искусством. Художники рассказывают о политике, о сегодняшней истории. В селе когда-то жили 2500 человек, теперь осталось 400. Венцеслав Перянков тоже отсюда родом. Сейчас живет и преподает в художественной школе в польском городе Познань. Каждый год привозят в Старожелезарий своих учеников. Они тоже расписывают стены домов.